приветствую вас на канале sssrgun.ru. У нас на обзоре оптический прицел Lippers 4.16 на 50, full size. Комплект поставки включает в себя сам прицел с защитными крышками, бленду, руководство по эксплуатации, тряпочку для протирки оптики и элемент питания для встроенной подсветки. Корпус прицела изготовлен из алюминия. Он полностью герметичен, так что попадание внутрь влаги или пыли исключено. Также внутрь закачан азот, что предотвращает запотевание прицела. Длина достигает 386 мм, а вес 770 грамм. Кратность у прицела регулируемая и изменяется в диапазоне от 4 до 16. Диаметр объектива составляет 50 мм. Оптика имеет многослойное просветление. Это обеспечивает хорошую и четкую картинку даже при плохом освещении. Модель оснащена функцией отстройки от параллакса. Она расположена на обойме входной линзы. Также предусмотрена отстройка по вертикали и горизонтали. Специальные винты расположены на центральной части корпуса. Цена одного клика каждого из регулировочных винтов равняется четверти угловой минуты. Тип визорной сетки здесь типа MilDot. Она позволяет определять расстояние до объекта, на котором вы прицеливаетесь. Делается это при помощи знания примерного размера объекта и несложной формулы. Модель оснащена системой подсветки перекрестия. Она регулируемая, также двухцветная. Это позволяет с комфортом вести прицеливание практически в любых условиях освещения. Приобрести данную оптику вы можете на нашем сайте, ссылка в описании к этому видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. С вами был sssrgun.ru. До новых встреч!